28 января в инжиниринговом центре КФУ прошел традиционный день открытых дверей, целью которого является ознакомление потенциальных абитуриентов и их родителей с деятельностью с Набережно-Челнинского института КФУ. Презентации своих направлений, подготовки и специальностей провели все отделения института. День открытых дверей. Традиционно мы его делаем в феврале месяце. В этом году мы решили его сделать немного пораньше, чтобы абитуриенты могли определиться с тем ЕГЭ, которое они будут сдавать в этом году, ведь его нужно выбрать до 1 февраля. Набережно-Челнинский институт КФУ готовит специалистов по многим направлениям – машиностроение, энергетика, IT-технологии, строительство, экономика, юриспруденция. На 2023 год выделено 660 бюджетных мест по программам высшего образования. В конце школьники смогли задать интересующие вопросы представителям института и получить на них ответы. День открытых дверей Набережно-Челнинского института КФУ помогает потенциальным абитуриентам и их родителям сделать уверенный шаг в будущее. А данное мероприятие еще раз доказывает, что выбор института в качестве места дальнейшего обучения будет правильным решением. Ведь институт способен помочь студенту раскрыться и как талантливому ученому, и как разносторонней творческой личности. Могу сказать, что сам институт Набережно-Челнинский КФУ очень хорошо организован. Здесь все очень красиво, очень просторные аудитории, приятные люди, которые разбираются в том, что рассказывают. Напомним, что Казанский федеральный университет продолжает проводить КФУ Live, где абитуриенты могут задать вопросы, связанные с поступлением в Казанский университет. На все вопросы в режиме реального времени готовы ответить преподаватели институтов. С графиком КФУ Live можно ознакомиться на сайте университета. Амир Ахтямов, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института КФУ, Универньюз.